Проходи. Ты кто такой? Дед Мороз Красный Нос. Так, не надо мне никакой Дед Мороз Красный Нос. У нас без него алкашей хватает. И Снегурочка вот эта мне не нужна. Гостей будут встречать обнаженные девушки. Понятно? То есть в русской национальной одежде. Иди сюда. Тебя как звать? Дед Мороз у нас штангист и боксер. Да не бухти ты, господи боже мой. Симпатюлька такая. Ну, дедуля, иди сюда. Значит, после концерта Снегурочку ко мне в кабинет, понял? Она из снега, она не настоящая, растает. Из снега ничего не растает, не волнуйся. Мне подпишите, Юрий Николаевич. Чего тут? Давай мне написать. Дай сюда. Что ты тут написал? Так, акулы в сметане. Хорошо. Нормально. Так, борщ украинский из ананасины. Неплохо. Это хорошо очень. Батман в томатном тандюре. Вообще, что это? Замечательно. Замечательно. Подетруа из свинины по-татарски. По-татарски. Ну, смотри, ты мне отвечаешь. А почему нет? Ну, нормально. Фуэте с хреном а-ля рус. А вот это обязательно. Чтобы обязательно это сделал, понял? Потому что он очень любит. Давай, иди делай. Понял. Да, давай, иди. Зин, на, учи текст. Ой, мамочки, боялся. Да нет, ничего бояться, все будет нормально, чего ты боишься? Так что ты как имя такое странное какое-то? Нормальное у меня имя. Зинаида, нормальное, ужасное имя. Он рожевый, да? Вот это точно. Да, нет, понимаешь, надо такой такое, чтобы народ пошел. Там, Анжелика, например. Да это было уже. А вы знаете, я подумал, а может быть... Нет, не может быть. Благодарю. Да, ну это Каролина. Да, ну, Лайма, Лолита. Да было все, Стелла, господи. Стелла, Лада. На связи, да? Что, прямо сейчас? Понял. В общем, значит так, Стелла, как тебе там? В общем, ну не важно, в общем, сам едет. Тебе, родная. Бриллианты не пахнут. Ты куда глядишь? Хэп, смотри. Да, хэп, смотри. Дай сюда. Дай сюда. Дай сюда. Господа, леди и джентльмены. Братва, сейчас я. С наступающим вас, Happy New Year! Желаю всем удачной растаможки, хорошего отоваривания, типа свободного конвертирования. Короче, большого счастья в работе и крепкого здоровья в личной жизни. Всем. По старинному немецкому поверью, присутствие вин от Петера Мертеса на ваших новогодних столах приносит большое человеческое счастье. Ну что ж, ну что ж, ну что ж, как говорится, добрый вечер вам, дамы и господа, леди и джентльмены. Или джентльмены, это не влияет никакого значения. Мы начинаем наше блистательное шоу. И через несколько секунд распахнем этот серебристый занавес, а запашем его, в смысле, запхнем. То есть я хотел сказать, запахнем его обратно уже, как говорится, просто вот в следующем году. А сейчас, дамы и господа, открытие сезона. Группа Степанушки Интернешнл со своим хитом «В лесу».
Смотри. На мой юбилей точно такой же салют. Почем это стоит? Там у них идет, значит, одна аппаратура на 20 штук. Нема базара. Имеешь полностью. Но чтобы точно так же. Лучше, лучше. Что это такое? Все? Все. Ну. Музыканты, батьку? Кто привел? Убью, гада! Пусть играют. Пробачьте, батьку. Хлопцы, играйте. Играйте. Прочитать сможешь? Читай. Когда ты ушел, я спала, как ребенок. Но ты хладнокровно захлопнул замок. Слушай, подожди. Ты откуда тексты берешь свои? Ну, текстарь-то? Из головы. Из головы? Ну, это ж трудно все время из головы стихи-то придумывать. Ой, да ну брось ты, смотри. Пришел, ушел. Ага. Любовь, морковь. Ага. Меня. Тебя. О, тебя! Тебе подарочек. Текстики. Чьи? Тут разные всякие, всевозможные. Наезда не будет? Да никакого наезда. То есть бабок не потребует? Да никто не потребует. Здесь все на халяву. Последний вопрос. Да. Где тут выход на эту? На сцену. Да не волнуйтесь, микрофон. Ребят, зачем мне микрофон? Я что, ну, это же выступает, я барабан. А где барабан? Значит, извините, ради бога, где барабан? Ой! 8 чего, 8? Номер 8. Давай, ребят, значит, режиссер, скажите, пожалуйста, если я барабан, мне визит барабаны девочки, которые вы носили. Помните, девочки?
Пошли вы все... Нет, это не мой текст, не может быть так. Вот мой текст. Я вот говорю, коллега, а где бюсты? В смысле бюсты? Ну, бюсты, в смысле бюст. Бюст. А вот, собственно, бюсты. Готовь. Как я выгляжу? Simple the best. Чё? Хорошо очень. Умный ты. Подглядывать нехорошо. Девушки, попрошу сюда, родные, вперед за мной. Осторожнее с ногами, они вам еще пригодятся. Попрошу сюда ко мне на легкий такой ликбез перед боем. Внимательно слушаем меня. Самое главное, родные. У вас все получится. Зрительный зал вас ждет. На сцене свет, музыка, вьюга. И вот еще, помните о главном. О, Николай! Просьба к вам. Не могли бы вы проводить девушек на сцену? Сильфиде. За мной. Вперед, 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 вперед. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Как заждавшийся друг мне не гнется. Все причуды отбрось, дай соседям уснуть. По моей команде
приготовились, глаза зажмурили, а там как учили, как говорится. Так, приготовились, вперед, вперед, вперед. Что, не хочу? Нет, хочешь? Не хочу. Надо, давай. Ну вот, собственно. Сбылось, об чем мечталось. Товарищи, сейчас вы увидите то, о чем ваши отцы и деды могли только мечтать. Я начинаю конкурс «Мисс Бюст 96» и приглашаю на эту сцену лучших девушек округа с самыми большими данными, как бы символизирующими девичью честь и гордость. Держи время. У меня давно все готово. Ну давай, занавес, давай. Занавес, давай. Где бюсты, Леня? Бюсты где? Бюсты на родине героев. В смысле? Все будет урлайт. Фу. Swing, sing, 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 sing. Everybody start to sing. La la da, oh ho ho. Now you're singing with a swing. Подожди, одну секунду, подождите, минуточку, слушайте. О, как хорошо, что вы пришли, ребята. А я должен выступать. Подождите, что вы все время говорите? Мне надо меня мазать никуда. Скажите, ну восьмой номер. Я иду, восьмой. Скажите, пожалуйста, ребята, добрый вечер, здравствуйте. Нет, это очень Нет, приятно. Сегодня день рождения. Что вы говорите? Алексей. Алексей, да. Скажите, ребят, извините, барабан ставит. Я только что проверял. Барабан ставит барабан. Нет, вы послушайте, четыре человека должны ставить барабан. Я вас очень прошу. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Что это такое? Ребята, извините, ради бога. Кто-нибудь может, с какой стороны я выхожу? Что это такое? Замечательно. Послушайте, как причем здесь Снегурочка? Anything you got, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do wop, do wop, do wop, do wop, do wop, do wop. Это его. Ого. Он? Он. Сколько стоит?
Снегурочка. Вы какие милые люди. Конечно. Все, какая странная Снегурочка. Лица, знаешь, танцовщица, множество глаз на тебя глядит. Они тебе покорны, но здесь никто не дорог сердцу, которое жжет в груди. Никто поймать не может один неосторожный нежный взор. Говорил, я не вижу никого здесь. Ну что ж, скажем бай-бай нашим друзьям самодеятельности, а на сцену выходят профессионалы, группа Ни-Ни. На-на! Пилот, 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 на землю посылаем лучами и ее глазами, и ее глазами. Готов, маэстро. Белеет парус садик. В тумане море голубое. Ну, ну, ну опять голубое. Не надо нам голубое. Не надо нам про голубое. Умпа, умпа. Это нормально. Это давай. Умпа, умпа. Слушайте, а может быть, вам просто не ходить на сцену, а? Ну, если не я, то кто же тогда споет людям, а? Как зовут? Катюша. Катюша. О, я так скажу, Катюша. Талант тебе, Катюша, большой. Ты готов?
держите, кстати. Давай. Вернешь? Угу. Мне этих. По гроб жизни хватит. Ну ладно, пошел давай. Папа. Выступать? За мной? Да. Со звездой? А мы две звездулечки. Звездулечки? Для антуражику. В смысле, для подтанцовщик? Ага, ага. И это? И это? Алло, фонограмма пошла, фонограмма, работаем. Работаем, все, работаем. О, смотри! Кстати, хорошо бы это сделать на сцене, нас там ждут. Честное слово, не знаю. Оно само туда вышло. И Богу. И Богу? Ну? А Бог есть, Лёлик? Ну, у Бога нет, Юрик. И тебя не будет, гад. Я тебя увольняю. Откуда? Из живы. Я буду сегодня сам. Мы будем с вами, Леонид Тарханович, укладывать слово, знающий из пяти букв. Это спонсор нашей программы «Фирма Тефаль». Вращайте, пожалуйста, барабан. С удовольствием, одну секундочку. Вращаем барабан. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Леонид Аркадьевич, я родился и вырос в Москве. Очень хорошо, Леонид Аркадьевич, первая буква в слове «Тефай». Уже передам привет. Я передам привет жителям Чукотки, Зизибара и всем, кто сейчас смотрит нас по 39-му каналу. Мама моя родная. Вращайте барабан. Буква «Т» вы сказали. И есть такая буква, это стоит. Захорошо, Александр Аркадьевич. Этим призом от фирмы «Тефаль». Вы будете брать
Буду брать приз. Я возьму себе этот приз, и чайничек, и сковородочку. Я возьму тебе все призы, аплодисменты. И вот это сами, и вот это взял и... Ой, смотрите, что нам показывают. УРТ. Ой, УРТ, первый канал. Второй канал, третий канал. Ты канал, ну какая дамы и господа, а сейчас новое имя на эстраде, хотя имя-то новое, но она, или, может быть, оно уже звезда без пяти минут. А ведь если звезды зажигают, значит, это в чьих-то интересах, господа. Как, по-вашему, я выгляжу? Лом чума мерится, жвачка. Правда? Прости, Господи. Знаешь, даже цветочек я бы тебе поправил. Я сама держу. Давай, сама поправь. Чтобы все было аккуратно, не волнуйся, все будет хорошо. Самое главное, не волноваться. И все будет у тебя в полном порядке. Готова? Ну да. Ну отлично. Так лучше, да? Конечно. Давай. Я объявляю новую звезду. Жанет. Для мужчины лучше нет. Когда ты ушел, я спала как младенец. Но ты хладнокровно захлопнул замок. Прекрасно, как парочка твикс, мы смотрелись. От слез мой платочек, как памперс промок. Боже, где она вообще все это взяла? Мама моя. Купила вчера от Версача пеленок. Сегодня ребенка на них уложу. Ты знаешь, у нас появился ребенок. По-моему, мальчик. Пойду погляжу. Живу без тебя. Без ксилита, бачок нашей ванны, как время течет, и сердце мое словно блюдце разбито. Там твой недокуренный тлеет бычок. Я не хочу. Я протестую. Человек. Когда ты ушел, я спала как младенец. Когда ты придешь, ох, когда ты придешь. Вы знаете, а мне понравилось. Да? Ненавижу. Эк, это звучит никак. Никак. Нет приема, нету. Понял. Просто не заметил просто. Мальчики, садитесь. Чувствуйте себя как дома. А? Нескафе классик. Не желаете? Нового дня, последний глоток. Вот. Это должен иметь при себе каждый бухгалтер. Один звонок, один, близким родственникам, может быть. Ага. Спасибо. Пацаны, Денисов, может, я вам денег дам, а? Дам денег, а? Здесь лимон. Ой, блин, вот вы, блин, пацаны, а я, блин, вот я,
Но пересчитывать мы не будем. Нет, не будем. Зачем, зачем? Мама, мне никто не звонил. Если позвонят, скажи, пусть перезвонят лет через 10-15. Да, да. Нет, нет, боже упаси, я не женился. Меня посылают в служебную командировку. На север. Да. Звонить я не смогу. Письма буду писать. Теплые вещи там выдадут. Лимон, лимон, лимон. Раз, два, три, четыре, шесть нулей. Разделить на 100 умножить на 10. Это элементарно. Ну сколько это? 10% с лимона. Это сколько это? 10%. А что тут считать, Юрик? 50 тысяч. Ты что вякнул? Это почему 50 тысяч, а? Потому что 50% мои, понял? Юра, морда! По столу ее здесь, сволочь, морда! У меня с детства такие способности, я мгновенно могу перемножать большие числа. Пятизначные на пятизначные, семизначные на семизначные. Сейчас вообще людей, которые перемножают, все меньше и меньше. Сейчас в основном деле это отнимают. Значит, я прошу вас, назовите пятизначное какое-нибудь сложное число и умножу на пятизначное. Или семизначное на семизначное. Пожалуйста. 23-585-598. Хорошо. А первое ты число какое сказала? Я, понимаешь, запоминаю плохо, перемножаю хорошо. Вот у меня, когда жена, например, меня посылает в булочную, она мне говорит, как, купишь батон за 2300. Мне трудно запомнить. Она говорит так, отдашь две такие бумажки зелененькие по 1000, две бумажки зелененькие и три синенькие по 100. Или две зелененькие, одну красненькую за 200 и одну синенькую по 100. Если у тебя не будет, отдашь 10 тысяч бумажку. 1 и 4 нуля. Запомнил? Запомнил. Тебе сдачи должны дать сколько? 7700, я знаю, по бумажкам сколько. Тебе должны дать одну большую красненькую, ну не совсем большую, говорит. Кто тебе дураку большую даст? Если даст батон, не бери, бери бумажку и беги.
такую, говорит, средненькую за 5000. Две зелененькие по 1000, одну маленькую зелененькую за 500 и две синеньких. Или одну красненькую, две зелененьких, три красненьких и одну синенькую. Или одну красненькую, две зелененьких и 7 синеньких. Вместо красненькой могут дать 5 зелененьких. Я прихожу в булочную, говорю, дайте мне батон за 2300. Она говорит, за 2300 нет, есть за 2900. И тут мне конец, понимаешь? Извини, подожди хлопать. Скажи еще раз цифры, которые надо примножить. Еще раз. Умножить. А тебе зачем это надо? Ты понимаешь, если я пойму, зачем мне это надо, я быстрее перемножу. Тут ко мне приходит сосед, ко мне, на тебе похоже такой же. Приходит, говорит, одолжи денег. Я говорю, сколько? Он говорит, ну сколько есть, сколько не жалко. Я говорю, подожди, сколько есть и сколько не жалко, это разные деньги. Ты понимаешь, если сколько есть, сколько угодно, то сколько не жалко, ничего. А сколько есть и сколько есть ничего, то сколько не жалко, да сколько угодно, правильно? И потом я говорю, что это за вопрос? Сколько есть? Если столько, сколько я ем, то вообще не жалко. А если столько есть, сколько ты, то жалко, независимо у кого есть. Я говорю, ну это же жалко, столько не есть. Ну можно не есть, чтобы было не жалко. Я говорю, ну я когда этому сказал, он вообще забыл, зачем пришел. Простите, Бога ради. С мамой говорите. С папой подписывайте. Да не просто хорошо, вожу им. Так все хорошо. Слушайте, это так красиво, когда они лежат все вместе, они все новые. Бога ради, извините, нет, не вам. Такое ощущение, что их никогда в руки не брали. Новенький, каждый запечатанный такой. А меня уже здесь нет. Я ехал на автомобиле. Останавливает меня гаишник. Сержант Богданович, 2-й военно-полевого района. Вышли по трассе со скоростью 180 км в час. С ваш штраф 250 тысяч, сержант Богданович. Я говорю, извините, сержант Рабинович. Я вообще не шел по трассе. Я на автомобиле ехал. А если бы и шел, то никак не со скоростью 180 км в час. Я говорю, ты посмотри, какой у меня живот. Я больше 5 км в час вообще задыхаюсь. Я говорю, ну если, ладно, я говорю, если представить, что я шел по трассе, прям перся со скоростью 180 км в час, и был моложе, я не мог тебе дать 250 тысяч. Потому что если бы у меня тогда были 250 тысяч, я бы не шел по трассе, я бы на автомобиле ехал. Что ты смотришь? Я говорю, даже если представить, что я шел на автомобиле, как ты говоришь, со скоростью 180 км, я бы тогда не мог дать просто эти 250 тысяч, потому что у меня на цифры память плохая. Я когда иду в булочную, мне жена говорит, купишь батон за 2300, отдашь одну Он мне говорит, я не сержант Рабинович. Я сержант Богданович. Я говорю, я знаю. Потому что я ни разу не видел Рабиновича, чтобы в ваши годы был сержантом. А потом я говорю, я бы вам не объяснял второй раз. Но он меня тут перебил. В двух местах, вот здесь и здесь. Лен, еще раз назови цифры, и я закончу это. Лен, не называй. Ты мне только скажи, тебе как перемножить, лучше точно или быстро? Я могу точно, но не очень быстро. Там чем быстрее округляешь, тем точнее результат. Все. Это будет 855 миллионов 685 тысяч 700. Точно? Но зато быстро. Перемножить ты и дома сможешь. А вот так поздравить тебя с Новым годом я никогда. С Новым годом тебя. Спасибо. Приходят свыше с небесного позволения и без никаких границ. Король сочиняет танго потише, друзья, потише, пусть песни летят по свету быстрее перелетных птиц. На стареньком фоне.
стилают крыши, и полночь стоит такая, ни звездочки, ни огня. Король сочиняет танго. Потише, друзья, потише. А нас еще нет на свете. Ни Раймонда, ни меня. Костюмчик мне, спрашиваю? Да, не, нет. Где бабки? Внизу. Шел. Украли. Кто? Ты не крал? Ты что, Юрик? Ну, как ты мог такое подумать? Конечно, нет. Тогда не знаю. Что я с вами сейчас буду делать? Я угадаю с четырех раз. А я с трех. А я с двух. Угадывай. Порежете? Нет. Примурите? Нет. Попилите? Нет. А что? Замочу. Тогда мочите. Раз и навсегда не подходи ко мне. Чуть понял, я обиделась. Я обиделась.
лесу родилась Лёночка, в лесу она росла. И круглый год, как доллары, зелёная была. И круглый год, как доллары, красивая была. На ней крикит с иголочки, как брюлики сверкал. Любой за эту ёлочку 100 баксов бы отдал. За ёлку 1000 долларов, да я б ни в жизнь не дал. Под ней крутые стёклами приехали гуси. И закатели зелени по лёгкому сруби. Ну а кому ж не хочется по лёгкому сруби. И вот с топориком в руке ты подошёл крутой. На нём костюм от Зайцева был серенький такой. Костюм от Славы Зайцева? Да, серенький такой. Но тут их волк, позорный волк, на бобике догнал. Взял взятку, как положено, потом арестовал. Вот гад, сначала взятку взял, потом гад арестовал. Теперь они нарядные, пока мы засидят. А ёлочка в лесу торчит, и все на них торчат. А ёлочка в лесу торчит, и все на них торчат. Торчат, 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 торчат. Я серенький зайчик, я паинька мальчик, я новенький русский годок. Приветик, дедуля, все волки уснули, пора собираться, дедок. Возьми свою внучку за потную ручку, пойдем потихонечку в лес. Там будут вам елки, под ногти иголки и дикое поле чудес. Я умоляю тебя, привези ее. Я очень тебя прошу, хорошо? Ну, давай я сам с ней поговорю. Люся? Люсенька, это я, дядя Леня. Какой? Уже практически никакой. Я прошу, побудь со мной в этот поздний час ночной. Ты сегодня очень нужен мне. Укроет нас от чужих недобрых глаз, от тоски пустых холодных стен. За любовь я выпью до дна, от разлуки так устала я. Ты обнимешь меня и ты прогонишь прочь. Одиночество серых стен, одиночество дома. Одиночества больше нет. Ты же рядом со мной, ты теперь.
Елена Кольцова были вместе. Интересно. Ждешь? Что? Ну, дождешься испарения легких. Кто бы согрел? Хоть один человек вот, на свете. Какой наглец. А еще я сволочь, как провокатор. Я поздравился, застенчив. Как я мерзну, сильно мерзну, очень сильно мерзну. Провокатор? Очень мерзну, сильно. Не теплее сейчас стало. Намного теплее. Сразу теплее. Я сейчас тебе одну вещь скажу, только это большой секрет. Я не буду. Ты? Да. Меня? Да. Я тебя тоже. Только, по-моему, это уже давно ни для кого не секрет. Тот должен. Ждешь кого? Привет. Сюрприз. Ну, кому сюрприз? Тебе ангина? Чего? Примешь? Да я не пью. Я шуль пью. Малинка, малинка, малинка моя. А за что ягода? Малинка, малинка моя. Сидорову. Я вам песенку спою про пять минут.
сами видеть, все, кто в ссоре. Вот, пожалуйста, отправьте срочно. Вот так. Вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело. Новый год, часы 12 бьют. Все. Нет, почти все. Да-да, помнится, 40 лет назад в этой картине, в этот момент один персонаж говорил... Минуточку, товарищи. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу. Время, конечно, изменилось. И сейчас уже никто ни за что никакой ответственности не несет. И все-таки. Да. Для того, чтобы наступил Новый год, а не какой-нибудь предыдущий, всем нужно немножко постараться. И нам. Да. С Новым годом! Постарайтесь, пожалуйста, быть счастливы. С Новым годом! 3-4. Светлана дива, и успев едва взойти, все луна друг в друга нас влюбила. Мотива, чтобы крылья обрести, и лети, любовь, лети. А мотив, он где-то рядом, он вскипает, как вино, и пускай твой взгляд речисти слова. Но того не скажешь взглядом, что сказать давным-давно, песенке одной дано. Жаль короткие песенки припев, пролетел обнять нас не успев. Так обнимемся же сами мы, же все сказали, только песней наспев. На-н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 а-
свете проще, ничего наивней нет. В этом весь ее секрет. Хоть огнями зал украсьте, хоть устройте хоровод. Все это без песенки, не праздник. Но какое же это счастье, если счастье не поет? Если счастье не поет. Пролетел обнять нас не успел. Как обнимемся же сами, мы же все сказали, только песни на распев. Это ночь светла, Мальдива, и успех едва взойти. Всех луна друг друга нас любила. И довольна лишь мотива, чтобы крылья обрести. И лети, любовь, лети.